Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И в сегодняшнем видео я продолжаю рассказывать про все самые классные актуальные карты в Роблоксе, в которых мы с вами будем получать как лимитные, так и безлимитные вещи. А если они будут лимитными, то вы успеете их получить, и задания там будут в целом несложные. И также, ребята, в конце я вам покажу классный образ, который я соберу из этих вещей, которые мы сегодня с вами будем получать. Так что досматривайте видео до конца. Ну а я начинаю, поехали! Встречайте Dream Pets, единственный маркетплейс в мире, где вы можете легко и быстро купить или продать предметы из игры Murder Mystery 2. На Dream Pets вы можете найти широкий ассортимент предметов, от самых обычных комон-ножей до самых редких ром. Здесь есть все, что нужно для крутого инвентаря. Процесс пополнения сайта прост. Отправьте ваш нож через трейд с ботом в игре, и он моментально появится в вашем инвентаре на сайте Dream Pets. Ну а выводить нож с сайта также просто. Нужно зайти на сервер к боту и кинуть ему трейд для получения предметов. Забудьте о неудобстве поиска покупателей или продавцов. Dream Pets сделает все за вас. Удобно, быстро и безопасно. Переходите на сайт прямо сейчас и исполните свою мечту. Ну что ж, ребят, и начнем, пожалуй, мы с вами вот с этого украшения, которое до сих пор можно получить, потому что количество копий очень большое и разбирает медленно. Сейчас на данный момент осталось 25 тысяч копий, то есть у всех есть шансы получить. Да, оно немного летнее, но я думаю, что это украшение должно быть у вас, чтобы оно дополняло ваш крутой образ. Получать, ребята, это украшение мы с вами будем вот в этой игре. Давайте мы с вами зайдем, покажу задание. Оно в целом несложное. И смотрите, как только мы с вами прогрузились для того, чтобы получить украшение, мы с вами должны получить доступ вот к этому миру. Называется он Йогурт. Чтобы, ребят, мы к нему получили доступ, нам нужно с вами в этом мире достичь, по-моему, 25 уровня. У меня уже есть 58 уровень, и я могу сюда спокойно пройти. Но если вы сюда пришли в первый раз, то вам нужно немного побегать, пособирать эти фруктики, и спустя какое-то время, где-то, наверное, минут 5, вы быстро прокачаетесь до 25 уровня, можете отсюда уходить и сразу же телепортироваться вот в этот мир. Так, ну что ж, я захожу. И здесь, ребят, все то же самое, что и в первом мире. По такому же принципу мы с вами должны собирать вот эти фрукты. И смотрите, ребята, как отследить уровень получения нашей вещи. Точнее, сколько нам нужно бегать, чтобы получить ту самую вещь. Для этого мы с вами заходим в знак вопроса и ищем, ребята, сейчас я покажу, какой квест. Называется он Puka Passion. Здесь, ребята, у нас с вами должна шкала полностью заполниться до конца. Обратите внимание, что она, ребята, должна у вас идти. Иногда тут бывает такой баг, глюк в игре, что шкала не сразу же прогружается, поэтому нужно немного подождать, перезайти, либо зайти с другого аккаунта. Ну что ж, мы просто с вами бегаем и обращаем внимание на шкалу. Она у нас, видите, должна заполниться. Давайте с вами вместе получим этот аксессуар. Просто бегаем. И все, ребят, буквально спустя 2 минуты я выполнила это задание и сейчас могу забрать свое украшение прямо вот здесь вот. Нажимаем на кнопочку Home и давайте получим вместе это украшение. Ребят, сразу же хочу сказать, что игра реально иногда глючит. И я буквально, наверное, 3 дня назад хотела снять туториал тоже на получение этой вещи, но у меня шкала не шла. И спустя вот 3 дня я зашла в эту игру и сейчас все нормально с хорошим успехом получила к себе в инвентарь. Вот этот аксессуар. Так что это норма, что иногда эта игра глючит. Не переживайте, просто перезайдите на следующий день. Ну что ж, ребятушки, а мы с вами идем дальше. Этот аксессуар я получила. Теперь, ребята, я хочу напомнить, что в игре Walmart Discovered мы с вами можем до сих пор получить вот такую вот очень стильную мини-сумочку. Да, она прям совсем маленькая, но выглядит прикольно. Поэтому я хочу ее тоже получить. Количество копий 25 тысяч. На данный момент осталось 7 тысяч. Так что обратите внимание, наверное, еще сегодня, завтра, послезавтра эта сумка будет доступна, а потом уже, к сожалению, пропадет. Но я уверена, что в скором времени в этой игре снова что-нибудь появится. Ну что ж, давайте зайдем в эту игру. Все ссылки, кстати, ребята, будут в описании к этому видео. Можете переходить после просмотра и тоже получать. И да, ребят, смотрите, сразу же прогружаемся, и наша с вами задача это собирать вот такие монетки. Они есть как тут в лобби, но больше всего их у нас с вами вот в этих мини-играх. Советую играть вот в эту игру, она самая легкая, где на
написано соло, и мы с вами выбираем уровень easy, давайте пока выйдем, и пойдем потом в это обе чуть позже. Здесь, ребята, мы с вами можем посмотреть, какие вещи у нас тут еще доступны. Мы можем зайти в каталог либо через вот этот стенд, да, либо, ребята, через вот эту... Limited UGC Shop. И здесь мы с вами видим, что вот эту сумочку мы можем с вами тут получить, как только соберем 25 тысяч монет. На данный момент у меня есть только 5 тысяч. Ну что ж, пойдемте собирать вот в это обе. В общем, ребятки, я где-то два раза сыграла вот в это обе, да, про которое я вам рассказывала, и уже заработала почти 9000 монет. То есть за каждое обе дают примерно 1000-1200 монет. Что-то я не считала, но примерно около 1000. То есть вы примерно понимаете, что сколько раз нужно вам сыграть. В целом задание несложное. Думаю, где-то примерно за полчаса активного играния в это обе вы заработаете на эту сумочку. Смотрите сами, нужна она вам или нет. Ну а мы с вами идем дальше. Ну а следующая игра, ребята, у нас с вами выдает очень классную бесплатную вещь в безлимитном количестве. Игра называется вот так вот, Roblox Inspire 2024 Hub. Заходим в эту игру, и сейчас вам покажу очень легкое задание. Ну что ж, ребята, мы с вами прогрузились, и сейчас в этой игре мы с вами получим вот такой вот эксклюзивный жакет. Для этого нам нужно с вами в этой карте собрать 7 букв. И давайте сейчас я буду вам показывать, где они находятся. Первая буква, ребята, у нас сразу же находится с вами вот тут вот, мы ее получаем. Замечательно, это буква I. Ну а теперь мы с вами идем вот в этот портал, чтобы получить остальные 6 букв. И это, ребята, была последняя буква. Вот такое вот легкое задание. Бейджик у меня находится в инвентаре. Идемте, покажу на себе этот жакет. Вот так вот, ребята, он у меня выглядит в инвентаре. Я его получила на свой второй аккаунт, потому что на первом у меня он уже есть. И давайте покажу сейчас поближе. И вот так вот очень стильно и качественно он сел на мою фигуру. Посмотрите, ребята, как он шикарно выглядит. Советую получить. Особенно мне нравятся вот эти вот украшения. Ну а следующая у нас, ребята, лимитка в очень большом количестве, ну не больше, чем, конечно, это украшение на шее. И это, ребята, вот такая вот кепочка от Ральфа Лорена. И давайте сейчас я покажу вам ее на себе. Количество копий 30 тысяч штук, и на данный момент ровно половина осталось. Получать, ребят, эту шапочку мы с вами будем сейчас, покажу в какой игре. Для начала покажу, как она выглядит на мне. Да, с моими волосами немного смотрится странно, но в целом why not, давайте тоже получим. Заходим, ребята, вот в эту игру. И все, ребят, как только мы с вами прогрузились, нам нужно с вами сейчас выполнить фотоквест. Для этого мы с вами бежим вот к этой будке, нажимаем на кнопочку E, старт. Все, мы приняли участие в квесте. Пойдемте искать наших персонажей, с которыми нам нужно поговорить и сделать фото. И смотрите, ребята, у нас с вами сбоку появился вот такой вот список. Мы с вами должны сделать фото вот со всеми этими персонажами, которые находятся на карте. Видите, пока что у меня по нулям. Идемте их искать. Смотрите, первого, кого я нашла, ребята, это Bald Girl в около статуи. Давайте с ней мы с вами сделаем фото. В общем, ребята, я перезашла в игру, и теперь я разобралась, как нужно правильно делать фотографии. По всей карте у нас с вами находятся вот такие вот персонажи. Как видите, сбоку у нас находится список. Один я уже тут выполнила задание из этого списка. Нам нужно искать по карте всех вот этих вот персонажей и делать фотографии. Сейчас я научу, как правильно делать эти фотки. Мы с вами отходим подальше чуть-чуть, и вот здесь вот видим вот эту вот кнопочку. Мы на нее нажимаем и наводим камеру на прицел. И видите, здесь у нас с вами должно подсвечиваться зеленым цветом. Если зеленого цвета нету, то фотка сделана неправильно. Все, сделали фотографию, замечательно. Сейчас я вам покажу, что задание мы с вами выполнили. И идемте искать всех вот этих персонажей и фоткать их вот так вот на расстоянии. Вот, к примеру, этот парень. Давайте мы его тоже сфоткаем. Супер. Пойду выполнять остальные задания и вернусь к вам, как только их выполню. Так, ребят, мне осталось выполнить еще одно задание. Все.
все, ребята, наконец-таки я выполнила это задание. Бейджик я получила сразу же автоматически. Для меня лично самое сложное было найти вот этого чела, а он, оказывается, тут всегда был перед носом. Как его, был бой in the garden, то есть в саду. Я почему-то очень долго его искала. Ну что ж, ребят, все, задание выполнили, в целом не сложное. Надеюсь, по туториалу вы их быстро найдете, этих чуваков всех. Не забудьте, ребята, подбежать вот сюда вот и забрать эту шапочку, потому что наличие бейджика не означает, что у вас вещь тут. Все-таки это не бесплатная вещь, а лимитка, поэтому заберите ее вот здесь вот. Ну, ребята, все, смотрите, какая я красотка. Ну что ж, ребята, напоследок я хочу вам показать вот такую вот игру Unbox AUGC. В целом, это очень легкая игра относительно для получения бесплатных волос, если вы не хотите играть в игру и что-то там делать. Сейчас я покажу вам. Смотрите, для начала, ребята, показываю волосы, которые сейчас можно там получить. Да, количество копий, ребята, у нас с вами немного, но сейчас вам покажу прикол этой игры. Давайте сразу же примерю волосы, покажу их на себе. В этой игре эти волосы не одни, поэтому не думаю, что их тут так быстро разберут. Волосы на мне смотрятся вот так, и в целом довольно-таки добротно. Чтобы получить эти волосы, играть мы с вами должны вот в эту игру. И сразу же хочу вас предупредить, то что вы должны вступить в группу этой игры. Сейчас объясню почему. Я уже нахожусь в ней, поэтому все, заходим. Как только, ребята, мы с вами прогрузились, мы должны сейчас будем открывать боксы, так скажем, своеобразную рулетку. Для этого мы с вами нажимаем вот на этот подарочек и затем нажимаем на вот эту кнопочку. Он. И если, ребята, вы не вступили в группу, у вас эта кнопочка не будет автоматически работать. Вот, смотрите, ребят, мы с вами включаем кнопочку «Он», и сейчас автоматически рулетка пошла. Если мы с вами не вступим в группу этой игры, то, к сожалению, вам придется вручную это делать. Кому это надо? И здесь, ребята, у нас с вами появляется своеобразная рулетка на вот эти волосы. Вам может выпасть любая пара волос, точнее, любые волосы из этой рулетки, будь то это розовые или же вот какие-то такие. Обращайте внимание на количество копий, их тут на самом деле мало разбирают, игра не сильно популярная, но я вам советую в нее поиграть. Вдруг вам повезет, и вы быстро выбьете вот такие вот волосы. Тем более делать это тут особо ничего не надо, рулетка все делает за вас, этот автоспин. Ну и напоследок, ребят, хочу вас познакомить вот с этой игрой. Я думаю, что вы ее, наверное, знаете, UGC Steel Points. И здесь я уже накопила нужное количество монет. Хочу купить тут классную лимитку и показать вам, что эта игра рабочая и не обманывает. В этой игре я накопила уже 1,3 миллиона поинтов и решила, что нужно их наконец-таки потратить. Напоминая об условиях получения этих поинтов, чтобы это сделать, мы с вами должны либо стоять в АФК, либо в АФК зоне, тут она у нас с вами есть. Либо, ребята, мы с вами должны брать меч, вот такой вот, они у нас с вами тут разные, и бороться за поинты другого игрока. Если вы побеждаете игрока, то получаете его 500 поинтов и даже больше, смотря в какой зоне вы его победили. Либо же, если вы проигрываете, у вас отнимают 500 поинтов. Ну, я лично просто стояла в ФК, особо не играла. И вот так вот накопила. Ну что ж, теперь давайте зайдем во вкладочку UGC. И, как видите, тут у нас с вами есть довольно-таки неплохое количество лимиток. Я хочу получить вот эту шляпу. Уж больно она мне понравилась. Нажимаем и получаем. Ням-ням-ням. Ура, ура, ура. Ну что ж, ребят, а теперь настало время собрать бесплатный полноценный образ, о котором я говорила в начале. Ну и по итогу, ребята, вот такой вот образ у меня получился. Я его решила немножечко добавить волосами, которые я тоже получила, как эту шляпу из игры UGC Steel Points, и также вот таким вот мечом на спину, который я тоже получила в этой же игре. Представляете, уже 3 лимитки отсюда получила. И также, ребята, мне безумно нравится, как вот это лицо анимированное у нас сочетается с нашими бесплатными вещами. Лицо, кстати, я получала бесплатно в 2023 году, тот давно на меня подписан, тот помнит, и мне очень нравится, как вот эта вот кофточка бесплатная сочетается с нашими другими аксессуарами, очень классное перекликание. Смотрите, ребята, сейчас я вам покажу эту кофточку, может быть, кто ее захочет одеть, она у нас тоже бесплатная из каталога Roblox, вот так вот она называется, Neo Roblox.
Classic Female V2 Short, тоже бесплатные. Ну и, конечно, штаны тоже на мне бесплатные, от, по-моему, этого же персонажа. Единственное, что на мне не бесплатно, это, наверное, анимация. И также, ребята, забыла показать вам сумочку, она у нас совсем такая невидимая, черненькая, и, конечно, с этим пиджаком смотрится, ну, точнее, она сливается. Ну, а в целом, ребята, пишите в комментариях, как вам образ. На этом мое видео подошло к концу. Всем большое спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.